Ударами по мячу отметили волейболисты День физкультурника. В наш город на соревнования приехали команды из Сланцев и Красногорска Московской области. Открывали турнир мужские команды сборной Кингисеппа против молодежной сборной Кингисеппа. Никто не хотел уступать. На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса кипели настоящие спортивные страсти. Опыт и молодость соперничали с переменным успехом и рвались к лидерству. Итоговый счет по сетам 3-2. Сборная команда Кингисеппа завершила победой выступления мужских команд. Далее на волейбольную арену вышли представительницы прекрасного пола. Игра была не менее захватывающей. По результатам первое место отвоевал клуб «Зорька» из Красногорска. Кингисепп оказался на втором, а «Сланцы» на третьем месте. А в это время День физкультурника продолжился в парке Романовка. Здесь начался футбольный матч чемпионата Ленинградской области второго круга. На поле команды «Фосфорит» и «Агро» из Тосна. Первых минут стало понятно, преимущество будет на нашей стороне. Соперники приехали не в полном составе, основные игроки были заменены новичками. Так и случилось, голевых моментов оказалось достаточно. Фосфоритовцы упорно атаковали ворота противника, но в большинстве случаев мяч проходил мимо. По словам тренера нашей команды Сергея Щедрина, не хватает профессионализма. «Агро» – чемпион области прошлого года. Для нас игра с этой командой была решающей для попадания в тройку призеров. В итоге счет матча добавил позитива в настроение «Фосфорита» – 3-0. Но радоваться и расслабляться еще рано, пояснил тренер нашей команды. Впереди встреча с выборгским фаворитом, где команде «Фосфорит» нужна будет только победа. Светлана Грук, Алексей Васильев, Кингисеппское телевидение, ЯМ-ТВ.